have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Так, мы с вами в Мур-кафе, и у нас сегодня довольно радостный повод для того, чтобы с вами здесь встретиться. Сегодня у нас 200-я серия Роблокса, и сегодня мы не пойдем на приключения, мы хотели бы провести эту серию, просто поболтав с вами. Не особо долго, поэтому я думаю, вас это не особо напряжет. Просто мы хотели бы сказать спасибо, хотели бы выразить благодарность всем нашим подписчикам, которые с нами уже на протяжении больше, чем 2 лет. Бегаете с нами по всем этим бесконечным мирам Роблокса, смотрите приключения. Надеюсь, мы кого-то тоже вдохновили, кто-то тоже пошел больше играть в Роблокс, кто-то нашел для себя хорошие игры, хорошие режимы. Надеемся, что вам интересно, и хотим и дальше производить хороший, интересный контент, показывать вам все то лучшее, что есть в Роблоксе. Так что надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество между вами и нами. Мы будем делать, вы будете смотреть, и все получат свою порцию удовольствия. Что скажешь, кот? Ты считаешь, что нам есть что добавить? Я думаю, то, что... Это очень хорошо сказано, и все прям суперно, омурлительно. Хорошо, ребятушки, на этом мы будем закругляться. Просто потусим еще здесь в Мур-кафе. Подходите, здесь тоже классно, здесь хорошо. Здесь можно взять себе шоколад с зефирками, так что не промолчите этот момент. Я думаю, на этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Надеюсь, их будет столько же много, а то еще и больше. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.